начала снимать, да? Где? Я еще начала снимать с этого состояния просто. Да. У меня правда все расплывается, походу я не выспалась. Но все хорошо, тебя-то я вижу. У меня тебя бы в поле зрения видеть. Красная кнопочка горит, хорошо. Она снимает. Ой, это он сам. Че ты не веселая такая? Я танцую. А вы еще спрашиваете, почему я ее обожаю, да? Давай я тебя выставлю на Авито, тебя точно кто-то купит. Ты хочешь меня в рабство продать? Ты сказал, что это рабство, ты прекрасно сбежать можешь. Тащи, Рон, Рон, Рон. Рон, туда. О, смотрите, птичка. Ну ты недоделанный, да, Зай, я недоделанная. Это. Просто пойду так, как есть, налеплю. Я сестра Кудагавы. Шикарный косплей, да? Табличка, да? Мы купили кофе, очень вкусный. Дай попробуем. Нет. Посмотрите на мои кеды, а теперь посмотрите на вот это вот. Капец. Другие мои кеды, кажется, отжимают свой последний денег. Я надеюсь, что нет. Моим кедам, извините, пиздец. Ладно, будем пробовать. Ну это реально жесть. Все, капец, можно прощаться с кедами. Ну, да, понятно. Все, у меня не кеды, у меня сапоги. Не резиновые, тканевые, знаете, такие новые, модные. Я, короче, сижу такая, работаю, а ко мне приходит вот это вот. Жень, может, ты еще и кровать за меня уберешь, а? Я сейчас покажу ему собачку. Он мне сегодня утром устроил такую пипец истерику, что, боже мой, iPad, я хочу iPad, дайте мне iPad, задолбать. Жень. В общем, это пипец, серьезно. То есть, у меня будет уже прекрасный опыт матери, когда у меня будут собственные дети. Потому что с такими вот невозможными малявками мне приходится иметь дело, да, потому что с самого утра он не ноет, он, блин, сначала я хочу то, я не хочу это, я вот это буду, это не буду, и, блин, он задолбал, честно, заберите его кто-нибудь, пожалуйста, вот его я готова продать на Авито, честно, вот, нахрена, зачем, стол, Жень, я сейчас работать буду, зачем, я сейчас перестану снимать, пойду работать, Жень, а что, я потом буду. Скажи всем до свидания и вали отсюда. Все. Приехал папа и привез классные подарки. Вот эту футболку я буду носить заслуженно, потому что я была на самом вершине. Была вот на пике Ленина. Даже вот такая вот футболка. Это все хлопок. Вот, мне очень нравится, как цвета подобраны и вообще, как это все сделано. Прям очень красиво. Может, я нарисую. Вот этот вот баф. Да, он не тянется вообще почти, вот, но мне нравится сам антураж, как тут все сделано. И вот это просто, я без ума. Это подвеска. Такая вот подвеска, тут хай-тенгри изображен. 7-10 метров, тут очень плохо видно, ну вот. Такая вот подвеска, и у нее может регулироваться, то есть вы можете делать ее короче, можете делать ее длиннее, вот с помощью вот этих вот штучек. Красота. Вот. И да, у меня тут полнейший бардак, потому что только недавно вернулась с работы. А тебе что? Тебе что надо? А, умка. Ты только что покушала и погуляла. Красотка моя. Красотка, красотка. И я тебя люблю. Я тебя люблю. Эх, умка. Да. Красотка. Что? Что? Боишься? Боишься? Пробуем. Смотрите, какая прелесть. Я купил ее в фамилии. Фиолетовый такой магазинчик. Я думаю, вы знаете прекрасно. Сейчас открою вам первую страничку. Вот. И тут есть уже новые мои странички. Есть вот такие обычные кусты с какими-то рисуночками.
И есть вот такие вот странички. Это просто. Вот. Вот это вот красота. Вот. Он вот такой пухленький. Толстенький. Красота. Это для меня. Не порт ни звук. Ня. Мой фирменный софичино. Пенка. Ну да. Добро пожаловать в мой детский сад. Места еще есть. Записывайтесь. Да, записывайтесь. Я кормлю, я пою кофе, и вообще я весь пол в вашем распоряжении. Я не вижу. Места еще присутствуют. Да, здравствуй. Зачем ты мне принесла эту штуку? Ты хочешь, чтобы я поиграла, но ты ее волочишь во рту. Как я с тобой поиграю, если ты ее забрала? Может, вас двоих продать на Авито, а? Записывайте, это будет рингтон. Приветики. Знаете, вот это вот ощущение, когда ты уже готов снимать, ты уже прям вот настроился, и тут бамбац, и разряжается камера, и ты просто, блин, весь настрой теряется. В общем, ладно, неважно, речь не об этом. Еще я занимаюсь? Я занимаюсь монтажом. Это видео сейчас, которое я монтировать собираюсь про работу. Также я буду монтировать видео про нас с Катей, и это видео вы тоже скоро увидите. Я вставляла нарезки в одном из влогов нашего будущего видео. Вот, также меня, блин, еще ждет монтаж питерского видео. Я просто типа... Чего вас так много, боже мой, ладно. Ну, это потому что я ленивая жопа и ничего не делаю. Я составляю себе список. Где он? Где он список? Список того, что мне нужно сделать, что мне нужно снять. И я сюда забыла внести влог из Питера. Сделаем вот так вот. Все. Ёйка моя. Чё, моя хорошая? Вот тебе никогда много не бывает, да? Да? Где твое лицо? Мордочка. Ой, как же я люблю тебя, как же я! Ты-то Зойку я обожаю. Да? Ну? Да? Зойка. Зойка, Зойка, Зойка. Я обожаю. Вот кто-кто, она любить будет всегда. Кем бы вы ни были. Где? Дю. Ты покушали, а? Умка. Нечего копать. Ты покушала? Умка, а ты покушала? Она спит либо вот тут вот, калачиком свернувшись. Ну, в принципе, на пледах она обожает спать. Либо вот там вот на вот этом вот пространстве рыжем, либо вот тут, прямо на верхушке пледов. И она еще тоже может на подушку лечься спать, да? Да, красотка? Красотка, ну что у тебя все время с волосами, а? Ну что такое? Вот, ну еще она любит в домике, но в домик она обычно залезает, когда где-то накосячила. Или когда она накосячила и знает, что ее будут ругать. Вот тогда, как бы, она сидит в домике. Но это как бы для нас сигнал, что что-то тут не то. Где-то точно что-то поднамешано. Потому что, как бы, в обычное время мука там не сидит. Только если ее наругали. Потому что она знает, что домик — это ее крепость. Ну, как бы, из этой крепости мы ее обычно просто вываливаем и ругаем. Ну, блин, собаку нужно воспитывать. Кто бы что ни говорил.